По факту стрельбы в школе поселка Сарс Пермского края возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и оказанию небезопасных услуг. Установлено, что утром 18 октября школьник принес в учебное учреждение огнестрельное оружие. В присутствии нескольких подростков 12-летний ученик дважды выстрелил в стену и стеклопластиковую дверь. В итоге осколки от разбитого стекла ранили 11-летнего школьника. Теперь расследование дела взято следственным управлением на особый контроль. Следователи выясняют мотивы действий подростка, а также обстоятельства, при которых он получил доступ к оружию. Кроме того, выясняются условия хранения оружия. А еще следствие даст оценку своевременности и качеству его проверки контролирующими органами. Кроме того, будут исследованы вопросы качества охраны образовательного учреждения. Утром в понедельник шестиклассник украл у отца из дома ружье. Он пришел с ним в школу, поставив одноклассников к стене и сделал два выстрела – в дверь и в потолок. При этом мальчик вел себя неадекватно. Он уверял, что в него вселился Бог. Вероятно, перед этим у него произошел конфликт с одноклассницей, которую он хотел убить. Ребенку предстоит психиатрическая экспертиза. Ранее в его поведении не замечалось никаких отклонений. Мальчика обезвредила директор школы Галина Зайцева. Она рассказала о том, как ей удалось убедить шестиклассника, устроившего стрельбу, отдать оружие. С ее слов, у мальчика был нервный срыв. Директриса позвала его в учительскую, где он после недолгих уговоров отдал ей оружие и патрон.